С этого дня в Барнауле начинаются новогодние представления для школьников края. ГИБДД просит водителей быть внимательнее и пропускать организованные колонны с автобусами. Дорожные полицейские напоминают, за нарушение движения организованной колонны придется заплатить штраф 1500 рублей. Если водитель не уступил дорогу специальному транспорту, его могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.